как-то так быстро это все произошло, что к нам стали долбиться, ну, стучаться, то есть ребенка сразу как-то забрали, второго тоже забрали, и нас эвакуировали сюда, вот получается, в скорую помощь. Было выслано две автоцистерны и одна автолесенка. Площадь пожара составила 10 метров квадратных, горели домашние вещи. Пострадавших на пожаре нет, причина пожара будет установлена.